Всем-всем привет, ребята! С вами Ильдар Мухаметов. Как вы все живы-здоровы? Так, как вы увидите из названия, собрали трактор «Кировец» с рамы. Вот он здесь вот стоял. Мы его выгнали, попозже покажу. Итак, на сегодня обзор сборочного цеха. Также сейчас начнем сдавать и смотреть. Итак, ребята, сегодня понедельник, 13 апреля. Трактор 701 собрали, выгнали, стоит на улице. Готовых у нас два трактора, Кировец К701 с двигателями АМЗ-240. Цена за каждую 3 200 000. Итак, который у нас собирали трактор имени Мичурина, загнали ее на дальнейшую сборку. Так, постамент кабины уже подготавливается у нас. Движок подготавливаем. Поршневую группу полностью всю поменяли. Поршневая группа новая. Так, осталось у нас поставить новые навесные. После обкатки двигатель красится, и потом уже начинаем комплектовать ее навесными. Итак, дальше будем его устанавливать уже на трактор. Но пока тут нечего снимать, в принципе, то раму все отремонтировали, труба шарнира, карданные валы, капремонт полностью, гидроцилиндр, гильзы, шток новые поставили, коробка, полный капитальный ремонт, разбирали, также собирали, мосты отремонтировали. И навеску отремонтировали. Так, дальше заканчиваем текущий ремонт трактора. В прошлом видео вы видели, в каком состоянии он был. Установили на него кабину. Давайте я вам сейчас ее покажу. Кабина собиралась с каркаса, полностью под новый. Сиденье Грэммер Риатовские. Цена сиденья 35 000. На воздушке. Дальше. КамАЗовский ручник. Стеклоочистители. Приборы 24 вольт. Электропроводка вся новая. Новая рулевая колонка. Новые фары. Задние крылья новые. Также установили КамАЗовские энергачи. Кабина вообще получилась очень красивая, как новая.
Но все будет водитель с комфортом ездить на таком сиденье. Баки их родные. Крылья уже наши. На нем круглые крылья стояли. Новые ящики. Новый бампер. Да, фары будем устанавливать. Новый капот. Кому нужен трактор преобразить? У кого движок целый? Коробка целая. В принципе-то можно будет вот такой вот текущий ремонт сделать. Вот такой вот красавец получается на выходе. Также спешу сообщить, работаем с ГУПами, то есть с федеральным бюджетом, с государственными организациями через тендер. Кому, в принципе, это нужен капитальный ремонт и у вас покупки обязательно через тендер. Кстати, на самоизоляции как раз я изучал 44-й федеральный закон. Готовы поучаствовать. Также на поставку трактора. Если интересно, в комментариях отпишитесь. Вот, буду полностью уже снимать, как искать тендеры, как подготавливать документацию про 44-й федеральный закон. Будем вместе практиковаться, как говорится. Пока есть теория, практики нету. Так, друзья, вы посмотрели сборочный цех. Сейчас я покажу Кировец К-701. Собран с рамы, которую выгнали вот отсюда. Идем к нему. Вот они, два красавца. Кировец К-701 с двигателем ЯМЗ-240. Трактора собирались с рамы уже под новый. Полностью сборку этих тракторов вы видели. Готовы к продаже. Ждут своего хозяина. За шиворот залетел ручеек с крыши. Нравится? Кому нравится, ставим лайки. Еще раз, ребята, повторюсь, эти трактора можно также приобрести через тендер. Это у кого уже федеральный бюджет. По 44-му федеральному закону. Только не через открытый аукцион, а через запрос котировок. С тех заданием я помогу, кому интересно. Чтобы вам уже не заявились трактора, которые просто покрасили. Вот этот трактор, вот, который выгнали. Так, ребята, я в кабине трактора, который собрали. Видно? Это трактор 89 года по документам. Капитальный ремонт вот-вот. То есть получается
апрель 2020 года. Сегодня дождливо у нас. Так, в принципе-то, ну, пока на это все. Также, кто еще меня не знает, меня зовут Ильдар. Находимся на набережной Челнах. Вот кому интересно трактора, в описании я укажу свои контакты. Звоните. И как бы проконсультирую, если какие-то вопросы есть. Также принимаем трактора на капитальный ремонт. Самоизоляция прошла. Работаем в обычном режиме. В принципе-то, всем пока. До новых встреч. И обязательно поставьте лайк. И также подпишитесь на канал.